О, я не слышал, как вы поднимались. Мы еще не открылись. Не обращай на меня внимания, красавица. Просто моим уставшим костям нужен отдых, пока я жду вечернего праздника. Боюсь, со всеми этими гоблинами вокруг, это место будет не столь празднично, как обычно. Может быть, вы могли бы развлечь меня сказкой? Конечно. Я как раз знаю одну. Итак, с чего бы начать? Мне никогда не удавалось начало истории. Ах да, звезды. С незапамятных времен боги света следили за миром Крина с небес. Они одарили нас множеством дивных подарков, обильные урожаи, духовные покровительства. И самое удивительное из всех — волшебное исцеление. Я думал, боги света покинули нас и забрали с собой дар волшебного исцеления. Ну, так говорят. Но богам света всегда противостояли боги тьмы. Королева тьмы Такхизис и ее злые союзники. Много лет назад она и ее армии драконов вели войну за обладание этим миром, и она побеждала. Но народы мира, люди, эльфы и гномы, встали на сторону богов света и молили их о помощи. И, наконец, с помощью богов света, и особенно бога воина Паладайна, обитатели Кринны одержали победу и спасли мир от злого царства Нетакхизис. К несчастью, эта победа сделала жителей Кринны высокомерными. Они уверовали, что стали сильнее своих покровителей, и сами начали отдавать приказы своим богам. Ответ богов был скор и ужасающий. Катаклизм изменил само лицо Кринна. О богах никто более не слышал. Они покинули Крин, и народы мира должны были бороться за выживание без их помощи и поддержки. Вера в богов угасла, а вместе с нею единство между расами Кринна. Эльфы, гномы и люди более не доверяли друг другу и воевали между собой. Так начался век отчаяния. С тех пор минуло уже 300 лет, но боги по-прежнему безмолвствуют на небесах. Вы думаете, боги когда-нибудь вернутся? К сожалению, один бог уже вернулся. И без богов света, без их защиты, Крин наверняка обречен. Такхизис, моя королева. Я вернулся с новостями о нашей близкой победе. Встань, повелитель Верминард. Я уничтожил Сильванести на востоке, и нам осталось завоевать лишь северные земли. Но ты уже нашел жезл? Я послал на поиски наши войска. Жезл непременно будет найден. Нельзя недооценивать опасности нашего положения. Жезл обладает силой, способной вновь пробудить богов света. Мы не можем позволить, чтобы он попал в Зак-Царот. Я никому не позволю нарушить ваши планы, моя королева. Я пошлю охранять город своего самого лучшего воина. Даже если жезл попадет в Зак-Царот, Оникс уверен, что диски Мишакаля останутся в наших руках, и таким образом пророчество никогда не исполнится. Подведешь меня, Верминард, и это будет последним, что ты сделаешь в своей жизни. Я могу доверить это задание только тебе. Добудь этот жезл и охраняй диски Мишакаль, даже если это будет стоить тебе жизни. Да, мой повелитель. Танис? Это ты? Здравствуй, старый друг. Старый? Ты так и не научился хорошим манерам за эти 5 лет. Схватил меня как мешок с картошкой. Надеюсь, нас никто не видел. А ты совсем не изменился, Флинт. Про тебя я бы этого не сказал. Зачем ты отпустил бороду? Решил в конец себя изуродовать? Мне пришлось побывать в таких местах, где на эльфов смотрят косо.
Борода помогала мне скрыть мое происхождение. Думаю, это то единственное хорошее, что досталось мне в наследство от моего отца-человека. А что это ты тут рассиживаешься? До утехи всего несколько миль. Я еще не так стар и вполне могу добраться туда и без отдыха, если ты это имеешь в виду. Я только хотел закончить свою поделку. Понятно. Что ж, нас действительно ожидают в гостинице друзья. Я не хотел бы опаздывать. Немного волнуешься перед встречей? Что же тебя тревожит? Может быть, Китиара? Я был уверен, что ты выберешь ее. Конечно, Лорана прекрасна, но тебе было бы трудно с ней, как и с любым эльфом. Да и отцу ее ты не нравился. Да, ну а теперь мы можем идти? Прекрасно. Ну и как? Ты нашел то, что искал? Доказательство того, что боги вернулись? Нет. Я слышал россказни о волшебном исцелении, но это всегда оказывалось обманом. А настоящих целителей я так и не встретил. Боги покинули Крин 300 лет назад. Полагаю, что моя вера в них иссякла. Мне жаль, Танис. Я знаю, как это было важно для тебя. Лошадь! И хобгоблин. Стойте! Никому не разрешается входить в утеху после наступления темноты. Вы арестованы. Почему приказу? По моему. Я младший командир Таэт, командующий войсками, защищающими утеху от такого отребья, как вы. Обыщите их, нет ли при них жезла. Если хоть один вонючий гоблин коснется меня... Мы много лет не были в утехе, и мы не собирались нарушать никаких законов. Если вы позволите нам пройти, если они будут сопротивляться, убейте их. Я советую вам оставить нас в покое, немедленно. Только одно племя я ненавижу больше, чем овражных гномов, и это гоблины. Что вообще вы, гнусь, делаете в утехе? Гнусь? По крайней мере, я не полукровка. Танис! Сельхов? В следующий раз не начинайте без меня. Я не хочу пропустить такое веселье. Как будто мы нуждались в помощи Кендера. Моя человеческая половина взяла верх. Я не должен быть настолько агрессивным. Они сами напросились. Пойдемте. Вы же знаете, как Карамон ест. Если мы вскоре не доберемся до гостиницы, он не оставит нам ни крошки. И я останусь голодным. Ну вот. Теперь нипочем не избавиться от гоблинской вони. Ну так выбрось его. Не могу, это нож Флинта. Что? Ах ты маленький ворюга. Ты сам уронил его во время драки. А я только подобрал его. Ты должен благодарить меня за это.
Смотрите, Стурм и Карамон уже здесь. Тас! Береги свой кошелек, Карамон. У этого Кендера слишком ловкие пальцы. Хорошая борода. Я уверен, что она будет еще лучше, когда как следует отрастет. Очень смешно. А твой брат придет? Я уже здесь. Я вижу, моя внешность удивляет вас, но я уверяю вас, что это совсем небольшая цена, которую мне пришлось заплатить за власть, которую я приобрел. Он стал таким после того, как прошел испытание в башне высшего волшебства. А что слышно о Китиаре? Она скоро будет, Танис. Наша сестра никогда не пропускает такие вечеринки. Теперь ты водишь. Не поймаешь. Посмотрим. Эй, а почему ты такой маленький? Ну, так мне легче прятаться от гоблинов и злых волшебников. Злых волшебников? Я никогда прежде не видел злых волшебников. Значит, тебе сегодня повезло. У нас как раз есть один прямо тут. Я думаю, мальчики, вы хотите пить. Малышка Тика Вейлан, как быстро ты выросла. Ну хорошо, Брайна и Эрик. Эти люди вернулись домой после долгого путешествия. Дайте им отдохнуть. Но я хочу послушать об их приключениях. Смотрите, тот старик собирается рассказать какую-то историю. Вы же не хотите пропустить ее, не так ли? Я пойду, если он пойдет. Ну как я могу отказаться от приглашения такой хорошенькой маленькой девочки? Веди. Тика, не могла бы ты принести мне отиковые картошки со специями? Конечно, уже иду. За встречу старых друзей. Ну, Стурм, так ты разыскал своего отца? Все, что я нашел сейчас со мной, это его доспехи и меч. И что, теперь ты рыцарь? У меня были небольшие неприятности с гоблинами по пути сюда. У нас тоже. Они хотели конфисковать посох Рейстина для дальнейшего изучения. Те, с которыми повстречались мы, тоже искали какой-то жезл. Интересно, почему он им так нужен? Ходят слухи о войне, об армиях странных существ, собирающихся на севере. Возможно, все это как-то связано. Вам еще что-нибудь нужно? Итак, когда-то давным-давно великий герой Хума, победитель драконов. Мои родители говорят, что его на самом деле не было. Кого? Хумы, победителя драконов. Хума? Знакомое имя. Бог ты мой, я забыл, о чем рассказывал. Когда-то давным-давно великий герой Хума, победитель драконов. Ах да, спасибо, малыш. Когда-то давным-давно великий герой Хума, победитель драконов, повел саламнийских рыцарей против злых драконов Такхизис, королевы тьмы. Спасибо, Тика. Танис, это прислали тебе. Ну, и от кого это? От Китиары. Она пишет, что служит новому повелителю, ее обязанности не дают ей отлучиться. Она шлет всем наилучшие пожелания. Мы все поклялись снова встретиться здесь спустя 5 лет. Что ж, мы здесь. Нарушенный круг, невыполненный обет. Не к добру это, не к добру. Новый повелитель? Интересно, речь о деле или об удовольствиях? Вооруженные волшебными копьями, Хумы и рыцари уничтожили злых драконов. И Хума возблагодарил Паладайна.
Богохульство! Еретик! Он развращает наших детей! Позовите стражу! Оставь его в покое! Это нехорошо. Как ты смеешь так говорить со мной? Я высокий теократ утехи. Этот человек не еретик. Его истории правдивы. Древние боги действительно существуют, и они вернулись. Она была введена в заблуждение шарлатаном. Удивительно, чему только не готовы верить люди. Ведьма! Арестуйте ее тоже! Где же стража? Я конфискую это! Нет. Дочь вождя сказала, что ты не возьмешь это. Я беру все, что захочу. Скорее, сбей его с ног, чтобы мы могли потушить огонь. Волшебное исцеление? Посмотрите на посох! Гоблины говорили, что разрушат утеху, если они поймают кого-то, кто укрывает Джезу. Вам лучше убираться отсюда. Я только хотел помочь. Скажи это им. Ну так мы закончили здесь, не так ли? Мы должны уходить. Бежать? От этого сброда? Это какой-то необыкновенный посох. Мы не можем оставить его в руках гоблинов. Тогда я останусь и сражусь с этими гоблинами. Стурм. Нужно защитить даму. Мы должны помочь ей выбраться отсюда. Даму? Хорошо. Располагай мной, госпожа. Мы не нуждаемся в вашей помощи. Поймите, вы здесь чужаки. Мы знаем эти края. Мы можем вывести вас в безопасное место. Хорошо. Мы пойдем с вами. Рейст, держись за меня. Рейст! Они там. Вперед! Смотрите-ка, что мы нашли. А ну отдай посох. Убейте их! Я приведу подкрепление. Далеко собрался. Взять их, остановите их. Давайте убираться отсюда, пока они не привели сюда всех гоблинов. Отлично. Мы в ловушке между гоблинами и водой. Ну и что мы будем делать теперь? Флинт, нам придется переплыть озеро. Мы сядем в лодку. Я не сяду в эту лодку. Тот несчастный случай произошел 10 лет назад. Ну же, я велю Карамону сидеть смирно. Ни за какие коврижки. Я дал обед.
Танис, гоблины. Все в лодку, сейчас же. Блин, давай. Я лучше попытаюсь счастье с гоблинами. Они там, схватить их. Они отплывают. Подождите. Лучники. Огонь. Лучники, пли. Пли. Потушите огонь. Мы для них отличные мишени. Эй, сидите смирно. Рейстлин, у тебя есть что-нибудь в запасе? Больше, чем вы можете себе представить. Отлично, братишка. Остановите их. Они уходят. Еще раз. Достань того большого урода. Не могу. Я должен отдохнуть. Говорю, что обладаешь большой магической силой. Независимо от того, насколько силен волшебник, число заклинаний, которые он может произнести за день, ограничено. Я знаю это, но еще никогда не видел волшебника, который настолько уставал бы от нескольких заклятий. Испытание в башне высшего волшебства едва не убило его, потому-то он так слаб. Интересно. А почему вы говорите на этом забавном языке, когда колдуете? Я вылечил ожоги того человека, не произнося ни слова. Ну, может быть, посох немного помог. Танис, созвездие богов. Такхизис, королева тьмы. И Паладайн, отважный воин. Их не стало. Это же только звезды, Рейст. Как ты думаешь, что это означает? Хаос. Войну. Смерть. Вот что я вижу. Мы спрятали лодку. Спасибо, что рисковали жизнями ради нас, чужаков. Я Танис. Братья Карамон и Рейстлин. Рыцарь Стурм Светлый Меч. Флинт Огненный Горн несет бурдючок с вином. А Тассельхоф Непоседа — наш маленький хитрый специалист по замкам. Ну а вы? Золотая луна и речной ветер. Вот мы больше не чужие друг другу. Чувствуешь себя получше? Возможно, мой посох может. Нет, я принес свое тело в жертву ради магии, и это неизлечимо. Твой посох исцелил того человека в гостинице. Как? Я не знаю. Он у меня недавно. А как он попал к вам? Речной ветер нашел его в древнем разрушенном городе. Мы думали, что это подарок богов света. Но люди из нашего селения объявили нас еретиками и осудили на смерть. Они хотели побить нас камнями, но в этот миг посох волшебным образом перенес нас на окраину утехи. Только истинные боги обладали даром волшебного исцеления. Может быть, это знак того, что они вернулись? Мы хотели отправиться на запад, чтобы узнать что-нибудь об этом посохе. Возможно, высокие искатели из гавани смогут объяснить нам, откуда взялся посох и какой силой он обладает. Довольно. Мы не просили вас о помощи. Утром мы пойдем каждой своей дорогой. Мы не можем допустить, чтобы эта вещь попала к гоблинам. Посох будет в большей безопасности с большим количеством защитников. Послушай меня, остроухий. Я не доверяю полукровкам. Скажешь что-нибудь еще в таком духе, я прикончу тебя на месте. Если ты хочешь драки, ты ее получишь. Гвиленда, речной ветер. Простите. Как и другие люди нашего народа, речной ветер не доверяет нелюдям. А вы, госпожа?
Когда-то у меня тоже были такие предубеждения, но я давно рассталась с ними. Мы сочтем за честь пойти с вами и вашими друзьями. Тасс, где твои карты? Я ничего не крал. Я имел в виду, сейчас посмотрю. Эй, это кольцо подарило мне Лорана. Это? Ты, должно быть, обронил его в гостинице. Твое счастье, что я нашел его. Итак, ты думаешь, что посох может быть послан нам богами света? Это означает, что ты решил заново поверить в богов? Это означает, что я готов к этому. Повелитель? Голубой хрустальный жезл? Вы нашли его? Нет, мой повелитель. Мы проследили его путь до одной варварской деревушки на равнинах. Мы перевернули деревню вверх дном, но жезла там не было. Так Хидис будет весьма недовольна. Нет, подождите, повелитель. Жезл был замечен в месте под названием Утеха. Если наши враги завладели жезлом, они могли узнать и о дисках. Предупредите Оникс и отправьте в Утеху мои лучшие войска. Так или иначе, я добуду этот жезл. Как по-вашему, здесь живут гоблины? Надеюсь. Я готов биться с живыми хоть 7 дней в неделю, но с мертвыми? Мертвые? Все, что тебе нужно знать, Кендер, это то, что еще никто из вошедших в омраченный лес не вернулся назад. Звучит как приключение, которое только и ждет, чтобы начаться. Да мы уже по уши в приключениях. Если хочешь, мы можем передохнуть. Кто, я? Нет, все в порядке. Вообще-то это неплохое место, чтобы ненадолго остановиться, прежде чем мы пойдем дальше за поворот. А я вам говорю, я могу идти дальше. Я знаю. Тасс, ты мог бы пока разведать, что впереди. Ну, наконец-то, хоть какое-то развлечение. Послушай меня, никуда не сворачивай с дороги и держи свои руки подальше от чужого имущества. Ну, если только они не пекари, не торговцы рыбы и не... Карамон, ты рехнулся? Будь спокоен, Танис, скоро вернусь. Уж как хорош кораблик наш, светлеют небеса. Готов к отплытию экипаж поставить паруса. Безмозглый Кендер. Тебе что-нибудь нужно, Рейст? Я читаю свою книгу заклинаний. Все, что мне нужно, чтобы меня оставили в покое. Хорошо, я буду рядом, если тебе что-то понадобится. Нет, мы не можем. Что-то случилось? Он пастух, а я дочь вождя. И не важно, что я чувствую к нему, мы не можем быть вместе. Тяжело быть отвергнутым только из-за своего происхождения. Возможно, у вас с речным ветром много общего. Жрецы! Жрецы! Жрецы? Мы могли бы расспросить их. Мне это не нравится. Сохраняйте спокойствие. Стурм, поговори с ними ты. Если это действительно жрецы, они должны уважать рыцарей. Приветствую вас, братья. Привет тебе, Соломнийский рыцарь. Скажи мне, вы идете из Утехи? Да, мы проходили через нее. Мы ищем священный хрустальный жезл исцеления. Последний раз его видели в Утехе. Вы ничего не слыхали об этом? Один из наших братьев болен. Он умрет без его благословенного прикосновения. Боюсь, я не могу вам помочь. Я могу помочь вам. Я носительница голубого хрустального жезла. Мы благодарим тебя за помощь. Боги, что это за твари?
Не коли их мечом. Умирая, они обращаются в камень, и твой меч окажется в ловушке. Давай, Рейст. Штурм. Меч моего отца. Не волнуйся, я сейчас достану его. Не двигайся, ты потерял много крови. Он умирает. Я перед вами в долгу, госпожа. Кто-нибудь это видел? Танис, смотри, там еще эти люди-ящеры. Скорее в лес. Но это же омраченный лес, там полно нежити. У нас нет выбора. Либо мы скроемся в лесу, либо нас перебьют эти твари. Кажется, мы ушли от них. Что ты чувствуешь? Могущественное заклятие, некогда наложенное на этот лес. Злое заклятие? Только для тех, кто сам несет в себе зло. Значит, тебе одному из всех нас и следует опасаться этого леса, маг. Слушайте. Прячьте ваше оружие. Поверьте, оно вам здесь не поможет. Поверить тебе? Ну уж нет. Если дело касается магии, то он лучше знает, что нужно делать. Вы давно умершие. Моим живым голосом говорите с нами. Кто осмелился нарушить границы омраченного леса? Привет, я Тассельхов Непоседа, а это мои друзья. Если вы вошли в этот лес со злыми намерениями, вы умрете прежде, чем взойдут луны. Нет, какое там зло? Вообще-то все началось с голубого хрустального жезла. И мы? Голубой хрустальный жезл? Да, и... Эй, погодите секунду. Не троньте ее. Моя рука, как холодно. Следуйте за мной. Рейс! Идем. Подождите. У Рейстина есть свои собственные темные цели. Что если он заманивает нас в ловушку? Не думаю, чтобы у нас был выбор. Ты в порядке? Все хорошо. Оставьте ваши страхи. Здесь вы в безопасности, если на Крине еще существуют безопасные места. Дракониды не смогут отыскать вас здесь. Дракониды? Так вот как называют эти существа. Еда и питье. Благодарение богам. Пожалуйста, подойди ко мне, носительница голубого хрустального жезла. Что вы знаете об этом жезле? Он был создан, чтобы творить добро, исцелять раны и болезни.
Но в нынешние времена он может также стать могущественным оружием против великого зла, который стремится разыскать его и изгнать из нашего мира. Значит, этот жезл — дар богов света? Это и в самом деле знак того, что они вернулись? Этого я не знаю. Но если вы хотите найти ответы на свои вопросы, вы должны отправиться за горы Восточной Стены, в древний город Закцарот. И что мы там найдем? Великое зло. Но если вы окажетесь достойны, вы обретете диски Мишакаль. Диски Мишакаль? Это священное писание, сгинувшее в катаклизме. На дисках записано откровение богов. Если они останутся укрытыми от мира, тьма овладеет Кринном, и миллионы невинных умрут. Значит, мы должны отыскать диски. Танис, я благодарна за все, что вы сделали для нас. Но я не прошу, чтобы вы сопровождали нас. Мы не нуждаемся в помощи полукровки. Мы закончим то, что начали одни, и умрете одни. Я могу поговорить с тобой? Со всем этим пробуждением сил зла я все больше волнуюсь о Китиаре. Я хотел уже отправиться искать ее, но, может быть, это путешествие важнее. Если тебе что-нибудь известно, расскажи мне об этом сейчас. Я вижу армии, Танис. Армии, наводняющие гавань, утеху и даже земли эльфов. Диски Мишакаль могли бы дать нам ответ, как противостоять надвигающейся тьме. Значит, мы должны отправиться в Закцарот? Ты думаешь, мы были избраны для этого? Я знаю, что это так. Но почему? Я не могу разобраться даже в собственной жизни. Я не герой. Тогда тебе нужно остаться, или мир будет обречен. Они доставят вас настолько близко к Закцароту, насколько смогут. Лошади. Только этого мне не хватало. Помни, золотая луна, смелее простирай жезл, и ты победишь. Гномы не созданы для полетов. Их что-то очень испугало, и они отказались лететь дальше. Нам придется самим перебираться через горы и идти в Закцарот. Где это мы? На равнинах Абанасинии. Наша деревня к востоку отсюда. Нет! Танис, взгляни. Кто такой этот Верминард? Очевидно, тот, кто в ответе за эти злодеяния. Клянусь своей честью, я заставлю его заплатить за это. Я нашел вокруг следы драконидов. Они ведут в Закцарот. Мы ничего не можем сделать здесь. Мы отомстим, когда доберемся до города и найдем диски. Следы ведут сюда. Как он прекрасен! Это храм богов света. Овражные гномы. Самые безмозглые и мерзкие существа, которых я когда-либо... Смотрите, дракониды! Прячьтесь!
Это большой город. Должно быть их тут сотни. Как же нам искать диски, чтобы не попасть им на глаза? Нам нужны союзники, которые хорошо знают город. Те, кто помогут нам избежать патрулей и приведут нас к дискам. И где же, по-твоему, нам искать таких союзников, Мак? Мы не найдем их здесь. Мы сами создадим их. Привет, маленькая. Из-за тебя убежать мой обед. Все в порядке. Теперь вы можете выйти. Что ты сделал с ней? Наложил заклятие дружбы. Похоже, ты немного перестарался. Вот наш новый союзник. Бопу, здрасте. Здесь вся сокровища города. И дракониды не знают об этом проходе. Большой хозяева здесь не ходи, тайный проход. Здесь заперто. Позвольте-ка мне. Ваша, не буди ее. О боги, здесь дракон. Идем. Найди книгу в черном переплете. С серебряными рунами на обложке. Ага, моя, ищи ее для тебя. Так вот почему ты так стремился сюда, из-за книги заклинаний. Это может помочь нам в борьбе против сил зла. Не лги мне, ты хочешь завладеть ею для себя. Кто бы говорил, Танис? Ты сам ищешь богов только для того, чтобы они примирили твою эльфийскую и человеческую половины, прежде чем конфликт между ними разорвет твою душу на части. Я не нуждаюсь в поучениях того, кто готов подвергнуть опасности жизни своих друзей и даже собственного брата, лишь бы получить то, что он хочет. Кажется, я их нашел. Диски Мишакаль. Отпусти его! Ты уничтожила нашу деревню. Еще один шаг, и ваш волшебник умрет. Принеси мне голубой хрустальный жезл, госпожа Квешу. Повинуйся, или я буду убивать твоих друзей, одного за другим. А когда ты останешься одна, то будешь молить меня о пощаде. Я знаю, что я должна сделать. Если вы верите в богов, вы должны доверять им и мне. Не позволяй речному ветру остановить меня. Золотая луна! Успокойся, она знает, что делает. Отлично, знай свое место. А сейчас положи жезл передо мной. Как пожелаешь. Бегите, спасайте диски. Золотая луна, нет. Это твоя вина, Пуэль. Я должен был остановить ее. Мы должны выбираться отсюда. Назад, через тайный проход. Ветер. Ты погибнешь, если останешься здесь. Танис, идем. Бегите, я догоню вас. Танис вернулся за речным ветром. О боги, должно быть, они погибли.
Что случилось? Житель равнин спас тебя. Где диски? Здесь. Но мы не можем прочесть то, что написано на них. Откровения записаны на языке, о котором я никогда не слышал. Так что же, Золотая Луна погибла напрасно? Знаете, меня уже тошнит от этих тварей. Мы должны покинуть город, пока сюда не сбежались остальные. Моя идти с тобой, но моя грустно без мой народ. Бупу, ты была мне хорошим и верным другом, но меня ждет темная и опасная дорога. Я не могу просить тебя идти со мной. Но твоя будет плохо без Бупу. Я буду счастлив, зная, что ты вернулась к своему народу. Твоя уверен? Я уверен. Тогда моя иди. Только сначала бери подарок. Волшебная книга Фестендантилуса. Твоя нравится? Да, маленькая. Очень. Спасибо тебе. Прощай, Бупу. Это не твоя вина, Танис. Это я позволил ей напрасно пожертвовать собой. Она сделала то, что подсказывала ей ее вера. Тогда я знаю, кто виноват. Что вы за боги, если требуете человеческих жертв? Я хотел бы верить в вас. Но такие боги нам не нужны. Мне не нужны такие боги. Золотая Луна? Я говорила, Танис, что мы должны верить. Золотая Луна, ты жива. Я не должен был сомневаться. Но если ты жива, что же случилось с драконом? Дракон? Он уничтожен. Только благодаря Мишакали моей вере я смогла вернуться к жизни. И теперь я настоящая жрица и целительница. Мишакаль, исцели этого человека, верно служившего тебе. Она может лечить без жезла. Это невозможно. Боги покинули Крин 300 лет назад. Боги никогда не оставляли нас. Это мы отвернулись от богов. Эй, она колдовала, не произнося этих смешных слов. А ты почему так не можешь, всемогущий маг? Она лишь направляет силу богов, болван. Мне же приходится самому вытягивать магическую энергию из самых основ мироздания. Это совершенно разные вещи. Госпожа, вот диски Мишакаль. Даже Рейст не смог прочитать их. А ты сможешь? Нет, но Мишакаль говорила мне, что мы найдем того, кто сможет это сделать. Его сила и мудрость должны будут объединить этот мир против сил зла. Это армии. Война началась. Мы должны как можно скорее вернуться в Утеху. Там мы найдем того, кто нам нужен. Кажется, ты нашел то, что искал. Только истинные боги могли вернуть нам Золотую Луну. Я думал, что буду чувствовать себя как-то иначе, но ничего не изменилось. Что ж, значит, боги тут ни при чем. Может быть, эти проблемы всегда были только в твоей голове? Я слышал об этом. Слышал, что люди к старости теряют разум. Да не в моей голове, в твоей. Я только хочу сказать, что, возможно, все, что тебе было нужно, так это поверить в самого себя. Утеха! Хаос. Война, смерть. Добро пожаловать домой. Не двигайтесь, или я убью Кендера. Заберите у них оружие и вещи. Мы не можем позволить им забрать диски, если они догадаются, что это такое. Все будет в порядке. Я наложил заклятие на наши вещи.
Любой, кто дотронется до них, умрет жуткой смертью. Его сожрет великий червь Катерпелиус. Никогда раньше не слышал о таком. Посадите их в фургоны. Куда вы нас везете? В рудники Пакстаркаса. Мой повелитель будет доволен такими сильными рабами. Карамон? Танталос? Я не узнал тебя с этой бородой. Ты выглядишь совсем как человек. Танталос? Это мое эльфийское имя. Это Гилтонос, мой двоюродный брат. Террас! Он помогал укрывать эльфов от зверств Верминарда. Теперь он жизнью заплатил за свою доброту. Он не умрет, я целительница. Прочь! Пусть он отойдет с миром, без ваших варварских ритуалов. Гилтонос, она настоящая жрица. Это невозможно. Мишакаль, даруй этому человеку свое благословение. Исцели его, если он еще не исполнил своего предназначения. Он будет жить и сможет и дальше служить делу света. Мы едем. Гилтонос, что здесь произошло? Драконы. Красные драконы? А в Закцароте мы сражались с черным. Вы сказали дракон? Эй, да это же тот чокнутый сказочник из гостиницы. Ага, меня зовут Фистоу Филобен Физбен. Точно, это мое имя. Это же не имя. Не имя? Как жаль. А мне оно так нравилось. Вы что-нибудь знаете о драконах? Драконы? Где? А, да, драконы. Много лет назад в мире было множество драконов. Они владели всеми землями Кринна и были настоящим кошмаром. А что случилось потом? Боги света вручили достойным обитателям этого мира свой дар — волшебные копья. Они обладали силой, способной уничтожать драконов. Но это было очень давно, и волшебные копья ныне утеряны. Однако теперь драконы вернулись. Я видела, как вы вылечили того человека. Пожалуйста, помогите моей дочери. Мишакаль, исцели этого ребенка, если будет на то твоя воля. Спасибо. Мне уже не больно. Она была слишком серьезно ранена. Ты не могла помочь ей. Я думаю, даже Мишакаль не всесильна. Нет, это мне не достает веры. В прошлом были жрецы, чья вера была настолько сильна, что они могли даже воскресить человека из мертвых. Лишь диски Мишакаль могут теперь вернуть в мир эту силу. Наконец-то. Портиус. Это наш шанс бежать. Как? Они забрали мои отмычки. Где же боги, когда они так нужны? Здесь. Дайте-ка я. Тюк! Магия? Почему же ты не сделал этого раньше? Так никто же меня не просил. Пленники бегут. Надо задержать их. Ну да, сейчас. Дайте-ка припомнить, как же оно произносится. Ах да. Огненный шар. Нам нужно забрать диски. Они там. Тасс, возьми свои отмычки, освободи других пленников. Все остальные, хватайте все, что можете. Быстро!
Ортиус, спасибо за... Только эльфы могут находиться здесь, Тантовос. Я предлагаю вам уйти отсюда как можно скорее. Этим людям нужна ваша помощь. Достаточно и того, что мы освободили их, человек. У эльфов хватает своих проблем. Танис? Вы заберете всех в Полинестии и позаботитесь о них. Мы ни за что не сделаем этого. Это по вине людей боги отвернулись от мира. Ты не прав. Боги никогда не покидали нас. Я их жрица. Я видел, как она исцелила человека, который был на волосок от смерти. Возможно, беседующий с солнцами захочет увидеть их сам. Я видел, как воля богов света вернула ее к жизни. Возможно, Гилтонос прав. Беседующий захочет сам убедиться в этом. Вы будете нашими почетными гостями. Больше похоже, что мы почетные пленники. Кажется, ты знаешь многих из этих эльфов. Я родился здесь, в Кулинесте, но на твоей родине тебе, кажется, не рады. Человек убил мужа моей матери, а затем изнасиловал ее. Она умерла при родах. Для них я всего лишь полуэльф. Эльфы никогда не принимали меня как своего. В конце концов, я ушел отсюда. Я понимаю, каково это быть изгоем. Но несмотря на это, ты должен верить в себя. Хотя меня хотели убить как раз из-за моей веры. Отдохните здесь. Я довожу о вас беседующему. Еда. Наконец-то. Тантос! Варана, нас могут увидеть. Не могу поверить, что ты вернулся. Ты уже слышал, что эльфы покидают Кваринести? Они что? Почему? Варана! Сейчас у нас очень много дел. Увидимся позже. Приветствую тебя, Тантовос, сын жены моего брата. Здравствуй, беседующий. Меня теперь зовут Танис. Ты отрицаешь свое эльфийское наследие, взяв себе человеческое имя. Твоя мать была бы потрясена. Так это ты, женщина с равнин, которая должна заинтересовать меня. И ты утверждаешь, что исцелила этого человека, Терраса Железодела. Твой сын Гилтонос сам видел, как я исцелила его. Он был в таком состоянии, что мог принять низкое ведьмовство за истинное целительство. Она целительница, настоящая жрица богов света. А почему я должен верить тебе? Посмотри вот на это. Светотатство! Прекратите это безобразие! Кто ты такой? Как там меня зовут? Физбен, но я уже говорил, что это не настоящее имя. Вот что, Солостаран, отзови свою стражу. Что ж, если боги света действительно вернулись, то мы можем надеяться, что хотя бы некоторые из нас выживут. О чем вы говорите? Сейчас сами увидите. Это же утеха! А это что? Армии драконов и драконидов, которых привела в наш мир злая богиня Такхизис. И теперь повелитель Верминард собирает в Пакс Таркаси силы для вторжения в наши земли. Верминард, это он уничтожил нашу деревню. Он поклялся также истребить всех эльфов. Но ведь Кулинести достаточно легко оборонить. Да, но что мы можем поделать с драконами без волшебных копий? Мы должны покинуть наши земли и бежать. Но армии драконидов все равно движутся быстрее, чем можем идти мы, женщинами и детьми. Они легко настигнут нас. Значит, мы все равно опоздали. Такхизис побеждает. Нет, у нас есть еще шанс. Если ты и твои спутники сумеют удержать силы Верминарда, мы сможем добраться до моря прежде, чем они настигнут нас. Как же мы сможем остановить целую армию?
Вам нужно проникнуть в рудники Пакс Таркаса и поднять восстание рабов. Это отвлечет внимание Верминарда от Кулинести. А почему вы сами не можете этим заняться? Рабы Верминарда — люди. Они не пойдут за эльфами, но они могут последовать за вами. Кроме того, это даст вам шанс спасти многих ваших соплеменников. Но Пакс Таркас — укрепленная крепость. Как мы сможем попасть туда? Гилтон знает тайный путь в Пакс Таркас. Он проведет вас туда. Я не знаю. Мы должны искать вождя, который сможет объединить мир против Такхизис. Пожалуйста, Танис. Иначе мой народ погибнет. Помоги мне спасти его. Я знаю, что это тяжелый выбор, но мы должны решать быстро. О, всемогущий Паладайн, если ты меня слышишь, мне нужен твой совет. Я хотел бы стать тем героем, которого хотят видеть во мне, но я боюсь. Тень Такхизис упала на мир, и меня переполняют сомнения. Я знаю, что я должен делать. Я только не знаю, достаточно ли сильна моя вера. Танталос, прошу тебя, не рискуй своей жизнью. Ты должен уйти с нами в безопасное место. Приходит время, когда нужно рисковать своей жизнью во имя того, во что веришь. Останься со мной, давай поженимся. Я уверена, что мой отец... Твой отец однажды сказал мне, что я только лишь половина целого. Он никогда не согласится на наш брак. Конечно, согласится. Килтонос был моим лучшим другом, но даже он отвернулся от меня, когда узнал о нас с тобой. Эльфы никогда не любили меня. Они научатся любить тебя так же, как я. Ты так наивна. Но, Танталос, я... Не называй меня так. И перестань пытаться убедить меня в том, что никогда не будет правдой. Все кончено. Я люблю женщину из племени людей. Ее зовут Китиара. С ней я могу быть тем, кто я есть. Мы только что получили известие, что Оникс была убита в Закцароте, а диски похищены. Значит, мы должны закончить это прежде, чем успеют вмешаться боги света. Я хочу, чтобы эльфы были уничтожены до заката. Да, мой повелитель. Эльфы остаются моей семьей, несмотря на то, что сами они отказываются это признать. Я пойду в Пакс Таркас один, а вы должны забрать диски и уйти с эльфами. Рабы в рудниках в такой же опасности, как и эльфы. Мой долг — спасти их. Я верю, что тот, кого мы ищем, может быть среди этих рабов. Ты и я одно целое, я пойду с тобой. Меня вы тоже не уговорите остаться с этими эльфами. Прими это как неизбежное, Танис. Хорошо это или нет, но мы все идем с тобой. Не забудьте меня. Нет, ты останешься с эльфами. Я сам выбираю свои пути в этом мире, Танис Пауэльф, и я иду с тобой. Тогда выступаем через час. Это будет забавно. Никогда прежде я не выступал против целой армии. Сламари. Тайный путь. Все помнят наш план? Мы проберемся к рабам и отправим женщин и детей этим путем. А в это время мы и мужчины нападем на драконидов. Это даст эльфам достаточно времени, чтобы уйти. Во имя бездны, что ты тут делаешь? Ты сказал, что пришло время рисковать ради того, во что веришь, поэтому я здесь. Ты должна вернуться назад. Мы не можем отпустить ее одну. Если ее схватят, дракониды могут узнать о наших планах. Ладно, только держись позади.
Тут темно. Я позабочусь об этом. Тоннель. Кому говорят, сейчас же лети в тоннель. Не то позову твоего отца. Запоминайте дорогу, чтобы можно было вернуться. Это наш единственный путь отсюда. Ворота открыты. Почему же они не бегут? Мы пришли спасти вас. Поспешите, пока дракониды не... Ты? Ты ведьма, из-за которой они напали на утеху. Это из-за тебя мы здесь. Это по твоей вине погибла моя жена. Это Верминард отнял у тебя жену. А у меня всю мою семью. Я не ведьма. Я жрица Мишакаль. Почему мы должны тебе верить? Этот человек умирает. Если ты настоящая жрица, ты сможешь спасти его. Мишакаль, если будет на то твоя воля, исцели этого человека. Благодарю тебя. Я Элистан, вождь этих людей. Мы должны увезти всех вас отсюда. Нет. Верминард забрал наших детей, их охраняет дракон. Он убьет их, если мы попытаемся бежать. Так вот, почему они не бегут, несмотря на то, что их не запирают. Тогда мы должны спасти детей от дракона. Но мы не можем бороться с драконом. Вы же видели, что они сделали с утехой. Не волнуйся, Тика. Мы уже сталкивались с драконом и справимся с ним. Путь к логову дракона стерегут дракониды. Если мы схватимся с ними, дракон обязательно нас услышит и убьет детей, прежде чем мы освободим их. Должен быть способ справиться с драконидами без драки. У меня есть одна мысль, только боюсь, вам она не понравится. Я хочу, чтобы вы знали, мне это совсем не нравится. Что-то рановато вы сегодня. Детям нужно больше играть на воздухе. Я бы тоже не отказался поиграть с тобой. Спокойно. Но Верминард заставляет нас работать за двоих, пока армия находится в походе. Так что, возможно, позже. В жизни не встречал более уродливой женщины. Кто здесь? Мы пришли забрать детей на прогулку. Малыши хорошо спали ночью. Следите только за маленьким Эриком. Кажется, он простудился. Этот дракон наполовину слеп и безумен. Да, это будет проще, чем я думал. Мы присмотрим за ними. Сюда, дети, идемте. Куда это вы? Двор в другой стороне. По милости Верминарда, сегодня у них особенный день. Им разрешили выйти на крышу и посмотреть на горы. А, только будьте осторожны, смотрите, чтобы они не упали. Крылья моих деток еще не окрепли. Она думает, что это ее собственные дети. С нами они будут в безопасности. И как, многие или готовы остаться и сражаться? Многие, но они хотят быть уверены, что женщины и дети благополучно покинут крепость, прежде чем они выступят против Верминарда. Тогда нам нужно как можно быстрее выводить их через тоннель. Дракониды, они нашли тоннель, но это же наш единственный выход. За исключением главных ворот. Что, через всю их армию? Они слишком заняты подготовкой наступления, мы могли бы незаметно прокрасться мимо. Это слишком опасно. Мы как крысы в ловушке. Танис, что же нам делать?
Не знаю. Подождите-ка. Ты не можешь сдаться сейчас. Но у нас нет выхода. Нам не выйти отсюда живыми. Если боги действительно возвращались, они опять покинули нас, когда мы сильнее всего в них нуждались. Но не ваша ли вера друг в друга и в богов света завела вас так далеко? Вера — ваше самое сильное оружие против Такхизис. Пойми это, и ты станешь подобен маяку, следуя за которым рабы выйдут из мрака. Но я не знаю, смогу ли я. Это потому, что ты боишься потерпеть поражение. Ты единственная надежда этих людей и эльфов. Крепко держись своей веры даже на краю гибели, и боги света придут к тебе на помощь. Но если ты дрогнешь, королева тьмы возьмет верх. Это наш шанс, но мы должны действовать быстро. Закройте ворота! Корабли бегут! Терминар! Я дал вам шанс потрудиться на благо моей королевы. Но вы презрели его, и теперь заплатите за это своими жизнями. Позволь детям уйти. Я уничтожу и мужчин, и женщин, и детей. Прекрасно, повелитель Верминард. Убей их всех. Ты можешь спасти кого-нибудь? Нет, они уже мертвы. Мы не можем просто стоять здесь. Но как нам сражаться с драконом? С помощью другого дракона. Верминард убивает твоих детей. Ты должна остановить его. Уничтожьте всех. Куда это ты собрался? Назад, я сейчас открою ворота. Как бишь там это заклинание? О, Шорогн. Огненный шар. Ну, наконец-то. Пригнитесь. Огненный шар. Физбен! Перышки! Воротам! Золотая луна, речной ветер, Флинт, уводите людей и возьмите Тику и Варану. Остальные сразятся с Верминардом. Но, Танис, уходите. Вы должны спасти людей и диски. Удачи, друг мой. Да прибудут с вами боги. За мной! Осторожны, он жрец Такхизис. Так же, как Золотая Луна может призвать целительную силу Мишакаль, он может воззвать к Такхизис и использовать ее убийственную мощь. Сложите ваше оружие, и я попрошу Темную Королеву сохранить вам жизнь. Такхизис, уничтожь! Умри!
Нет! Полночь. Я ослеп. Танис, помоги. Стой. Вам не спастись. Нет, боги света вернулись, чтобы уничтожить тебя и твою королеву, Верминард. Оглянись вокруг, полуэльф. Ты видишь какие-нибудь признаки того, что боги света вернулись на Крин? Вашим богам не под силу никого спасти. Ваша вера вас подвела, и теперь из-за нее умрут невинные дети. Нет. Полночь. Я больше не могу сражаться с ними. Ты прав, ты уже слишком стар для этого. Нет, я еще не так стар. Убей его, мой слуга. Вам никогда не победить. Боги света... Пророчество не сбылось, ничто не остановит темную королеву. Она будет править этим миром, и все склонятся перед ней. Нет, ты же понимаешь, что это правда. Я чувствую это, ты сомневаешься в своих богах. Паладайн, где же ты? Так, Хидис реально, ты испытал ее силу на себе. Склонись перед ней, и я сохраню тебе жизнь. Нет, никогда. Тогда ты умрешь. Ты можешь убить меня, Верминард, но это ничего не изменит. Боги света вернулись. Люди объединятся под их началом и уничтожат Такхизис. Паладайн! Но пророчество не исполнилось. Как ты смог вернуться? Благодаря непоколебимой вере. Ты думала, что твоя победа неизбежна, но ты ошибалась. Весь мир выступит против тебя. Сейчас ты и нарушил мои планы, Паладайн. Но мир все равно будет моим, клянусь тебе. Такхизис, почему ты оставила меня? Была вспышка света, а потом я вдруг освободился от чар Верминарда. Такхизис разорвала свою связь с ним. Вся его сила шла от нее.
Эй, ты там в порядке? Терминард! Мои дети будут жить! Нет, Физбен! Они убили драконов! Физбен спас меня, но шахта обрушилась раньше, чем он смог выбраться. Я не мог спасти его. Танис, что со мной? Я никогда прежде такого не испытывал. С тобой все нормально. Нам всем будет не хватать его. Это диски Мишакаль. Вы можете прочитать, что там написано? Да. А почему вы спрашиваете? Итак, с благословения Павадайна, эти двое, что стоят сейчас перед нами, отныне стали одним. Обычаи нашего народа не позволяли нам быть вместе. Но если мы единственные, кто выжил в нахлынувшей тьме, мы должны отбросить прошлое. Вместе мы создадим новое племя во имя богов света. Хвала богам! Выше голову! Мы уничтожили армию Верминарда и спасли эльфов. Это великая победа. Возможно, мы и выиграли сражение, но война еще только начинается. Если мы собираемся выжить в ней, мы должны найти волшебные копья, если, конечно, они еще существуют. Я считал ее такой наивной. Но она прекрасно держалась на поле боя. Она гораздо отважнее, чем я думал. Возможно, я совершил ошибку. Слишком поздно. Она, кажется, наслаждается обществом кого-то другого. Может, это и к лучшему. Надеюсь, что Китиаре удалось справиться со всем этим и выжить там, где она сейчас. Вы звали меня, повелительница Китиара?